Из-за серьезного конфликта на Украине алматинцы, в целом казахстанцы, начали замечать очень много гостей из России и Украины. За последние месяцы границу пересекло более 500 000 человек из этих стран. Казахстан гостеприимная и многонациональная страна. И мы не потерпим конфликтов и межнациональных ссор у нас дома. Просим гостей придерживаться наших традиций и не конфликтовать друг с другом из-за национальных вопросов. Кто согласен, ставьте лайк.